символическое место. Сюда приходят люди на могилах. Ну, вы в праздничные дни тоже, может быть, бываете, в памятные кусочки хлеба кладут. И не только цветы. Вот у нас один дедушка все время яблоко приносит. Все время, каждый год. Я еще спрашиваю, что вы яблоко приносите? Вы же мне извините. Он говорит, а я помню, у меня, говорит, сестренка умирала маленькая, она все время яблоко просила. Я говорю, она здесь захоронена? Нет, не знаю, говорит, где, но я прихожу сюда. Здоровья вам. Так что приходите. Всего вам доброго.